Я там ручками немножко пошевелила, поставила в холодильник на пару часов. Ребята, это безумно вкусно. Всем привет! Вы на канале «Прошу к столу». Лето, солнышко, конечно, сезон клубники. Перед этой ягодой устоять невозможно, поэтому сегодня мы готовим очередную вкусняшку. Для начала измельчим печенье. Банан, конечно, надо почистить и размять вилкой. Теперь добавляю печенье и немного какао. Все хорошо надо перемешать до однородной массы. Теперь шоколадную массу перекладываю на пищевую пленку и распределяю ровным слоем, толщиной примерно 5-7 мм. Так, теперь печеньку мы пока уберем в сторону. Это у нас получается основа для рулетика. И приготовим крем. Для крема я беру творог. Правильно, конечно, скажем, творог. У меня 9%. В принципе, вообще без разницы, сколько процентов жирности вы возьмете, сделайте на свое усмотрение. Добавляю мед и топленое растительное масло. И теперь надо просто хорошо взбить блендером до однородной массы. Теперь на печенье ровным слоем выкладываем крем. На крем выкладываю клубнику. Конечно, желательно ягоды выбирать одного размера. И аккуратно заворачиваю рулет. Рулет завернули, хвостики здесь немножко зажимаю. И теперь отправляю рулет на пару часов в холодильник. Ну что, ребят, рулет с клубникой готов. Вы сами видите, как это все красиво получилось, как это все просто готовилось. Вы знаете, у меня вообще нет слов. Я уже проглотила язык. Это просто великолепно. Восхитительно. Ну, классика. Банан, клубника, творог. Знаете, я просто вот настаиваю, чтобы вы обязательно это приготовили. Но всего 10 минут. Я там ручками немножко пошевелила, поставила в холодильник на пару часов. Ребята, это безумно вкусно. Очень просто. Ваша семья будет благодарна вам за такой десерт. Спасибо, что вы нас смотрите. Прошу к столу. И приятного вам аппетита!